До сих пор лежа, сохраняя нейтральное положение тела, живот натянут, прямая спина, вы делаете одно отжимание. При распрямлении вы касаетесь плеча, но вот такого быть не должно. То есть вы отжимаете, сохраняете тело в нейтральном положении. Максимум удерживая верхнюю часть тела. Окей? Это первый элемент. Второй элемент это бёрпи, но с выходом назад. Вы сохраняете также нейтральное положение тела, затем колено двигаете вперед. Попеременно подставляете ноги, медленно разгибаете. Уходите в положение полулежа, уводите колено вперед, подставляете ноги, разгибаете. 2-3 раза для адаптации, после чего мы увеличиваем темп. Работа будет по 30 секунд. Пробираемся по залу. Каждый засекает количество выполненных раз. Приготовились. 3. 2, 1. Поддерживаем. Держать верхнюю часть тела не поближе. Не вращайтесь.